Купил сегодня 3 рожка у мастера Чинилова. Он принес домой. Уже на одном рожке на визгунке звезда сыграла легко. А это мой 10-й ребенок, мой 6-й сын, Алексей Егор Владимирович. Он на 15 инструментах играет. Дал ему вот под басок, да? И прошло 3 минуты. Давай, играй. Ну вот видишь, легкий инструмент, да? Угу. Легко, кровь предков, сразу тебе подсказывают, как надо играть, правда? Да. Предки были русы. Уже русские — это не национальность. Да? Это рабы, гои, там, скоты, которыми управляют, знаешь? А русы — это национальность.